Зачем путешествовать, правильно? Да. Только путешественник остро ощущает прелесть жизни, потому что он один познает ее контрасты. Он испытывает безмерное, неистовое борение духа, рвущегося в безграничные просторы, и сосредоточенное, щемящее чувство возвращения. Он познает две бесконечности – Вселенную и самого себя. Только путешественник делает открытие и в открытии существует, ибо лишь эту часть своей собственной Вселенной он познает и, познавая, созидает. Рокуэлл Кент. Плавание к югу от Магелланова пролива. Вот этим водами ходил к мысу Горна Рокуэлл Кент, американский художник, в 20-е годы. Он написал много картин. Это мой любимый художник, график, путешественник, писатель. Точно так же сейчас карта есть, его книга, он написал книгу «Путешествие к Магелланову проливу». Но он только не в порту Вилнюса, а дальше в аргентинском порту Балушуя, на северной стороне пролива. Вот мыс Горн, он, видишь, отсюда, сюда пришел, видишь, он шел точно так же, как мы. Угу. Как дети, радуемся. Удивительная машина дельфина. Я обожаю дельфина в том плане, что такое ощущение, что он совсем не тратит энергию. Знаешь, как он работает хвостом? Да, сейчас мы передний парус убираем, ага. Потом увидим по центру. Мальчик. Ой. Сильно раскачиваем. Угу. Развалился и швартовый, и все. Я пойду домой, там неделю приезжаю. Here and the rock here. There are rocks, which is why this place is so dangerous, because you cannot see with the tall ships, the big square riggers going round Capos Tojonos. There was no way for them to see the rocks, which is why there are so many ships beneath the waves everywhere. So there are lots, in my mind, there are lots of ghosts here. Need to look out. Нам рассказал помощник капитана о том, что мы сейчас, подходя к мысу Горн, показала на карте, что очень большое количество невидимых островов и камней. И эти камни являются причиной массового кораблекрушения в этих местах. И мы сейчас буквально едем по кладбищу кораблей, потому что на квадратных активных парусах, на которых ходили наши предшественники вокруг мыса Горн, и маневрировать было тяжело, карты были плохие, и здесь большое количество кораблей погибло. И она верит в то, что здесь живет большое количество душ до сих пор у погибших моряков, капитанов, которые это место старались обходить, путешествие вокруг планеты Земля. Вот такое интересное место. Да. I just explained it, so somewhere over there. Yeah. Фотография буер, это мой буер. Еще. Сейчас эти тучи зыб. Зыб? Сейчас. Да. Еще кто-то поднимать, пускать. Волна только еще срывает сверху. Когда я буду высаживаться в Антарктиду на зимовку, Володя, поедешь же провожать меня? Снаряжение, все. Это может потянуть даже наш университет купить. Домики, все эти палатки, продукты на 9 месяцев, такие вот легкие. Надо делать еще лабораторию, 9 месяцев в условиях, там, говорится, лаборатория на то, что говорится, медицинское, как я буду выживать, температуру. Там же можно приехать, поставить сейчас хороший, если на берегу будет, хорошую антенну, хороший компьютер, правильно? И все. Мы еще подумать, может палатку делать, то есть делать пенопластом, можно. Как Абраму берете на Эверест. Помнишь, там вот эти были палатки эти разборные? И вот таких две яхты нанять. Две яхты нанять. А у нас в мыс Горн почему выходит самая тоненькая в Северной Америке. Ну, мыс мы называем мыс, а на самом деле это остров, но он на фоне этих гор, он как будто мыс. Все разделяется Тихий океан и Атлантический океан. Вот сейчас мы идем по Тихому океану. Уже по Тихому. Да, вот как только загнем, не, это идем по Тихому, это идем по нему. Мы как только вот сейчас идем, как только загнем сюда, и все, здесь уже Атлантик. Высаживаться будем уже со стороны Атлантики. Вон там тучи, и там далеко, и вот так идешь, идешь, и тут. Или вот это, сейчас мы на карте глянем, Диоремис. Я иду всегда, курс держу на Диоремис. И прохожу или левым бортом, или правым, зависеть от ветра, чтобы не навалило. Там они безлюдные, такой маячок такой тоскливый, он мигает. Я обычно, говорится, ночью к ним подхожу, а тут, и уже здесь прохожу под утро или под... И мыс Горн, только вижу мыс Горн, потому что он туда выделяется, я же оттуда захожу. А это все идет на севернее. Эти горы я даже не вижу. Я хочу предложить тост. To everybody here. За всех, за нас на борту. And his safety for crossing the Pacific. И за Федора особенно. И за, дай бог ему, удачи и безопасности при пересечении Тихого океана. Мы зайдем, там уже не будет. Федор! Федор! Ты на мысе Горн. Ждем тебя. Да, давайте. Водичка прозрачная, Паша, ты внимательно. Я знаю. Держи, держи. Да, мы тут раз даже снесем, здесь вот собрали его на площадочке. Крен здесь собирали, да? Вот там на площадочке. Да, да. У тебя было на набор. Сегодня 23 ноября 2013 года. 10 лет назад мы мечтали о том, что мы придем на мыс Горн. Вот сейчас мы на мысе Горн, значит, на стыке трех океанов. Южный океан, Атлантика и Тихий океан. Ну, хотел бы что всем сказать. Все достижимо. Любите, мечтайте, творите и делайте добро. Мы зашли на мыс Горн. Место с потрясающей энергетикой, с потрясающими видами. Стихия суровая, южная или северная, как у нас природа. Желаю каждому покорить свой мыс Горн. Ну вот, дорогие друзья, мы на мысе Горн. На мысе Горн первый образовательный. И привел нас сюда Федор Конюхов. Да, видал, все съел. Ну, давайте потом, давайте, чтобы мне не лоб. Ну, давайте еще. Наша миссия установить здесь иконочку Николая Чудотворца мыса Горн. Николай Чудотворец держит в руке мыс Горн, а в левой яхту. А 3 года назад, 6 апреля, 2010 года мы здесь привезли этот крест. Здесь написано памяти погибшим морякам и путешественникам при проходе мыса Горн. Вечная память от русских яхтсменов. И за 3 года соль съела, здесь все просолено, надпись. А чья икона? Ну, эту икону наша православная, ну, по эскизам разработанную. И привезти сюда большой крест. Все, пойдем. Что? Не, не печати ставить. Вот, бери, вот это же им надо отдать. А он, она узнает, пусть значит. О, как интересно. Моя. Спасибо. Я 500 рублей, но больше нет у меня. 500 рублей со своей пенсии. Здесь бигмани, бигмани, а камбэк, мобестрие, камбэк. 500 рублей заберу в 2016 году. Если что, ты за приезд заберешь. Здесь не надо, оставлю. Все. Жалко, 500 рублей, да, это деньги. Трудно поверить, но это мыс Горн. Тот самый знаменитый и неприступный. Уникальное место, куда стремятся все настоящие моряки, путешественники, искатели, где побывали и мы. Владимир Зайцев, первый образователь. Стоп! Perfect. And then? Пустыня оживает под взглядом человека. Он ее сознание. Его приход – начало дня. Страсть первооткрывателя, несомненно, таит в себе тепло и ласку первого восхода солнца над хаосом мироздания. Рокуэлл Кент.